То, значит, пошел мятеж патриотов, да? При этом, когда патриотов спрашивают, вот который был мятеж 23-24 числа, а почему вообще мятеж ваш против России и Владимира Путина, ультиматум Путину, почему не Америки? Почему, вот я говорю, почему вы не пошли, например, в зону размещения стратегических ядерных сил, которые, в принципе, были ближе Москвы, и оттуда не предъявили ультиматум США, чтобы те капитулировались из Украины, вывели оттуда войска, прекращили телеподдержку и отдали нам нашу территорию. Почему вы так не сделали? А почему вы предъявили ультиматум Путину? Они не отвечают. Мы не подумали. Ну, кто из них поискренне? Я же с ними общаюсь. Мы не подумали, как-то так получилось. Какие дурацкие слова производят на уровне детей, понимаете? Жестокие слова я не подумал, называют. Да? Вот из какой-то детской, значит, передачи. Вот так и здесь. Поэтому давайте все-таки правоохранительная система разберется, что там, и мы тогда, наверное, вернемся к этому вопросу, потому что понятно, что среди этой группы рассерженных патриотов есть абсолютно искренние патриоты, понятно, да? Но они там, в общем-то говоря, не верховодят. А верховодят те, которые выступают против Путина и России под предлогом патриотизма.